Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. Ну что, давай забирать, наверное, награды наши. Тут нам... О, какой-то идол, что ли, я не знаю. Что такое интересное нам выпало? Или статуэтка? Так, 15 миллионов древесины, 24 миллиона рыбы. Так, подожди секундочку, знаешь, что я хочу сделать? У нас, по-моему, по рыбе полный завал. Значит, я могу себе позволить следующий вариант. Это отправить кого-нибудь куда-нибудь. А именно за поисками. Ну-ка, ты же у нас... Да, ты у нас с удовольствием согласишься полететь за железной рудой. Так, давай тогда собирать здесь. Так, 63 уровень у нас получается на бремя гнильца. Так, я, наверное, его дальше отправлю. Пускай летит. Гнилец пускай прокачивается. Так, ужасное чудовище. Мало-мало у нас, к сожалению, рыбы пока. Сейчас, наверное, может быть, подкупим. Вот еще соточка, кстати, нам выпала. Так, обучить я его не могу. Но зато смогу скоро его отправить дальше за поисками руды, да? Железной. Так, здесь у нас 116 миллионов. Блин, маловато. Пускай пока идет добывать. Этого тоже на добычу. На добычу. Так, чемпион стальной капкан. В принципе, можно его прокачать. Но я, наверное, все-таки чуть-чуть подожду. Водорез. Водорез у нас, кстати, хочет прокачаться. Блин, как они все так дорого стоят, а? Ты посмотри. На них очень-очень много нужно ресурсов. Так, у беззубика я уже забрал награду. Он мне, естественно, притащил топор. В принципе, это то, что нам нужно. Так, дай-ка я... Почему так мало ресурсов, а? Ну-ка, вы, ребята, вот эти вот нормально. 46 миллионов. Тут 48 миллионов древесины. И 25 миллионов рыбы. Маловато, конечно, все равно еще пока маловато. Нужно, чтобы они хотя бы по полулямчика каждый приносил. Но я не знаю, ребят, на каком-то уровне вообще будет нам доступно. Модификрылка приносит нам 51 миллион рыбы. Так, отправляем. О, этот древесину нам тут добывает. Причем довольно неплохо. Ну, что там мне даже? Три. Ну, кто бы, ребят, сомневался, хоть бы раз соточка бы выпала. Лети давай. Пока здесь все. Где у нас этот остров-то? Вот он. Давай-ка мы здесь отправим этого на обучение. Этого тоже на обучение пускай летят. Ну что, вроде бы как... Ага, подожди секундочку. А ну-ка, что-то мне... Ну, естественно, тусклый янтарь. А выпадет мне что по итогу? Давай-ка что-нибудь нормальное. Я не откажусь от рун. 4 штуки всего-то лишь. Господи. Ну ладно, ты оплатил себе путешествие. Так, Барсик, что нам достанет? Руны. Отлично. Так, пускай идет жуткая цыпа. Ищет ее там, я не знаю. Так, посмотрим здесь. Ну, понятно, что тусклый инт... Ага, вот так. Я думаю, сейчас тусклый инталь дадут. Давайте все, кроме... Нет, все-таки получаем это яйцо. Самое худшее, что можно получить, это древоруба. Естественно, я отправляю, ребят, и также на новое путешествие. Нашего кривоклыка мы отправляем. Острокрылый змеевик. Все, полетел? Полетел. Так, остается нам вот этих ребят задействовать. Пускай они идут на поиски. Здесь три блестящих янтаря. Больше у нас пока нету тусклого. 375. Я, наверное, его отправлю, друзья. Пускай летит за добычей. Так, ты за рыбой.
Беззубика сейчас тоже мы отправим на поиски опять топоров этих. Так, тебе за рыбой. Тебя, наверное, на прокачку. Так, ты-то что, прокачаться хочешь? Полетел. Ну, а ты? Ты пойдешь у меня за рыбой. Обучить. Слушай, давай-ка я его, наверное... академка забита. Ну, что ты тут стоишь? Грустишь, зеленая тень. Иди на поиски. Давай-ка тоже шуруй-шуруй быстрее. Отправьте легендарного дракона на поиски наград. Сделали мы это задание. Найти шлем викинга. Где он там находится-то? Вот. Ну, естественно, ребят, я не успею уже в любом случае здесь все это получить. Но зато я успею собрать здесь награды. Окей. И вот здесь вот самое главное. Давай-давай-давай, не жмись. Сейчас посмотрим, что нам здесь достанется. А достается мне пак, который содержит элитных. Шторморез, громобой, кревет, лаварык, шепот смерти, вострозуб и все. Следующая награда будет 250 бабочек. Ну что, давай тогда открывать уже наши паки. Значит, монетки. Здесь шторморез, древоруб, шипорез. Кстати, надо будет посмотреть насчет шипореза. Он же, по-моему, у нас может прокачаться. Или его надо опять прокачивать. Так, заберем здесь пак. Чудовище. И все? Всего два. Так, хотел я глянуть на шипореза. Я вижу у нас... Ага, вот. Вот он. Можно его улучшить? 24 уровень требует с меня. Везде нужен 24 уровень. На самом деле, посмотри, сколько еще много драконов, которых у меня нету. Так, а тебе тоже, что ли, надо? Тоже надо. Большинство ребят нужно здесь прокачивать. Да, предел у них какой-то до 24 уровня. А кошмарный пресс-голов вообще до 90-го должен прокачаться. И он тогда получит у нас 13 разряд. Да, надо как-то этим заняться. В принципе-то. Молодой рыкошмык. Карточки есть, а сам он у меня не открыт. А получить его как? 17500, да ну. Мне таких рун... Вовек, наверное, не получить. Тогда я заберу здесь наградочку. Рекламный пак мы еще не глянули, кстати. Монеты Одина. Шторморез, громобой, шипорез. И чуточку ресурсов. Так, давай заберем здесь награду. Ну что, вроде бы по основным задачам все выполнено. Барс и вепрь. А что-то мне прохлаждается здесь, а? Давай лети. Кто еще у нас тут не работает? Вот они стоят тут. Давай, 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 лети. Так, тоже пока полетел. Если что, если накоплю я вдруг нужное количество ресурсов, естественно, я его сразу отправлю на поиски. А мы хотели, знаешь, что сделать? Мы хотели с тобой осваивать новую территорию, да? 3400. Ну, нам тут дофига, конечно, нужно чего поделать. Вот эти вот камни, например, убрать. Так, здесь у нас ребята по уровню же получили. Так, новая способность собирать рыбу. Роза ветров. Новая способность лес добывать. Да, на первых порах они всегда очень быстро и легко прокачиваются. Но это пока. Потом все намного сложнее становится. Ну что, давай смотреть события у нас. Да, оно открыто 3 дня.
И 5 часов у нас остается в запасе. Это угроза бух и бах. Как ты видишь, событие приличное, очень приличное. И в конце у нас награда будет, опять же, пак. Пак, 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 3 пака. Так, руны, опять пак. Янтарь, пак и руны. Ну что, поехали. Не будем долго здесь задерживаться, надо сразу, ребят, проходить. Потому что 3 дня осталось, а сюда, скорее всего, нам нужно будет заходить аж целых 3 раза. Последняя волна, а, ну да, тут всего лишь одна волна. Это хорошо, это меня радует. Так, 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 давай, поехали. Начнем, как говорится, их бомбить. А ну-ка, если вот так вот. Ты зря, парень, себе атаку увеличил. Это тебе не поможет. 100%. Ну вот она, первая наша победа. Крутим очередное наше колесо и получаем 75 миллионов древесины. Не густо, но зато 50 рун в копилочку к нам летит. Итого у нас получается 1874. Переходим на обычный поединок. У нас, кстати, их будет 2 к ряду. После этого мы уже с тобой заберем загадочный пак. 3 противника, сколько волн? Опять одна. Это меня устраивает вполне. Кто ходит первым? Змеевик. То есть вражина. Но это не змеевик, это больше подходит на стального капкана, потому что змеевик именно вот так вот делает. Стреляет фаерболами. Что-то они слишком крепкие для 14 уровня. Так, понизили нам, я смотрю, атаку тут по черному. Минус один. Сейчас мы и до этого доберемся. Ах ты, жук-то навозный, а? Смотри, что творит. Так, можно сразу, в принципе, вырубить. И начинать уже бомбашить водореза. Сейчас он заблокирует кого-нибудь, 100% тебе говорю. Естественно. Это, как говорится, крик души. Немножко хильнулся. Ну, а мы его вырубили. Что нам тут, прилив сил, что ли, достанется? Точно. Прилив сил никогда лишним будет. Это я тебе говорю как профи. Ну что, погнали дальше тогда у нас тут. Еще поединочек и получим загадочный пак. Лишним он не будет, точно. Так, ну здесь уже, как ты видишь, 2 волны. И встречает нас водорез плюс душитель. Естественно, лучше всего начинать, если у нас, ребята, есть эти... Как их звать-то? Хитрые, да? То надо валить обязательно шустрых. Потому что хитрецы, они как раз очень быстро разносят шустряков. Так, ну что, водорез, давай последний свой. Ага, блокировочку решил сделать. Ну, это тебе не поможет вообще никак. Давай не будем тратить здесь энергию. Так, запинаем его. Последняя волна. Почти тот же самый состав, только вместо водореза здесь стоит змеевик. Ну что, добьешь? Малорик. Ну что, ребятули, давай, давай, давай. Ага, он себе повысил атаку. Ну, это ему не помогло. Опять прилив сил. К чему-то меня, видимо, готовят. Потому что я уже привык, когда дают слишком много прилив сил или еще что-нибудь, да, там, груши, то будет обычно босс очень сложный. Так, забираем загадочный пак, который нам на почту прилетел. И опять обычный бой. То есть два поединка обычных, забираем с тобой 1400 тусклого янтаря. В принципе, на этом можно будет завершать. На арену нам нет смысла идти, потому что там всего лишь одного пака не хватает. Как мы перебьемся. Ну, получается, вот такая вот у нас пока коротенькая серия. Но ничего страшного, ребята. Спешить нам абсолютно некуда. Опять же, две волны, как ты видишь. Воу-воу, уже втроем они тут. Они уже тут решили втроем повыпендриваться. Ну что, поехали вот так вот. Кривоклык, добей его.
Громобой сейчас будет выделываться. Ну, понятное дело. Это нам еще повезло, что у него 16 уровень. Если бы у него был бы 18 или 19, было бы все намного печальнее. У нас бы осталось бы вот столечко здоровья где-то, вот столько. Им бы было проще нас потом добивать. Ну а сейчас мы с тобой успеем бомбануть, да еще при этом и захиляться. Не знаю, побежит ли костолом сейчас. Пока еще не побежит. А что у него, на 4 энергии что ли? Ё-моё. Я все время думал, что у него на 5 срабатывает стан, а оказывается на 4. Очередное колесо, и тут нам выпадает опять древесина по минималке. Да, не получится сегодня здесь нафармить ресурсов нам. Ну что, погнали на последний поединок на сегодня. Заберем 1300 тусклого янтаря и, наверное, сможем сделать заказ. Смотри, он один, плюс хитрый. Нет, наверное, он не хитрый. Все-таки синий это шустрый. Да, это шустрый. Хитрые это мы, фиолетовые. Окей. Так, а вот здесь уже их трое. И все танки. Ё-моё. Так, нам что-то надо сделать. Есть у меня одна задумка. Пускай лучше будет так. Ну, а мы продолжаем потихонечку бомбить. Вот так оставим его чуть-чуть здоровья. Блин, сейчас будет разгон. Ай-яй-яй-яй-яй, кому вырубит? Кривоклыка. Ну что, можно с этим распрощаться пареньком, я так думаю. Наверное, так будем делать. Сейчас опять кого-то глушить будут. Опять кривоклык. Нет, в этот раз попадает барсик. По-моему, они хотят барсика мне уничтожить. Да. А этот сейчас будет станить. Блин, повезло, что у нас уклонение сработало. Ну что, я сделаю вот так, пожалуй. Здоровья маловато, конечно, у кривоклыка. Но мы можем хильнуться же. Потом просто сбить с него броню, и кривоклык спокойненько его добьет. Ну вот как-то так. Здесь мы крутим очередное колесо. Опа. Необычный пак выпадает нам. И забираем 1400 тусклого янтаря. Замечательно. Так, а теперь можно немножко почитать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Да, нам еще предстоит здесь два раза оказаться, чтобы пройти полностью это событие. Так, что у тебя тут есть? Заберу, заберу. Замечательно. Кто-то спрашивал у меня: Рэй, какого у тебя уровня зал света? Зал света у меня 13-го, друзья, уровня. Для того, чтобы поднять ему левел, нужно драконов 18 штук 124 уровня. То есть не кисло так, да? 124 уровня. Так, подожди, я хотел что? Я хотел отправить нашего беззубика за поиском топоров. Все. Полетел беззубик. Мы еще, оказывается, сейчас награду одну получим. Бабочки, по-моему, 250 штук, да? Было. Да, 250 штук бабочек. Забираем. Итого 3210. Но через 15 дней, 14 часов у нас закончатся с тобой костры Болтейна. И, соответственно, если мы не успеем накопить, то никакой награды нам не будет. Ну что, давай открываем загадочный пак. Монеты Одина по стандарту. Почему-то все время нам выпадает шторморез первым. Шторморез, костолом, кревет. Давай.
Так, у нас еще один пак, необычный. Что в нем? Так, рыбка, древесина, рыба, древесина и лаварык. Лаварыка я отпускаю, потому что этот лаварык у нас есть. Ну, отпустить. Так, ну что, вроде бы как все, но я, наверное, знаешь, что сделаю? Набью один пак. Никто, я думаю, не будет против. Ну, у нас есть тут паки, но один можно все-таки выбить. Ну, из одного пака не будем заморачиваться. Сделаем тогда до пака вождя. То есть, сколько нам получается? 3, 3, 7 побед нужно будет сделать, да? Или 8, 8. Так, 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 интересная тут комбинация. Начнем, наверное, вот отсюда. Попробую уничтожить скалу. Кто-то мне говорил, убери Барсика, ребята, зачем ты его держишь? Ну, ребят, Барсик, пускай я не пользуюсь его суперударами, мне нравится то, что он делает двойную атаку. Он два раза бьет. Это очень круто. Так, нам нужно будет, знаешь, что сделать? Успеем ли мы накопить? Уже вряд ли. Сейчас будет беда бедовая. Да, это будет беда. В чем она заключается? То, что он сейчас сделает заморозку. Он будет сейчас замораживать. Вот смотри, он такого момента не упустит. Естественно, Барсик у нас погибнет. Ну и тут, как ты видишь, тоже ребята на пределе. Тут два варианта. Либо нам хиляться, что я, наверное, скорее всего, и сделаю. Очень, очень сильно бьет. Боюсь, не вытянем. Ага, не получилось. Этот еще во сне был. И что он делает? Он отхиливает. Ё-моё, еще одна заморозка. Все, попал. Попал я по полной программе. Сейчас этому, естественно, придется меня бить. А этот... Так, подожди, если мы вот так вот сделаем... Но все равно мне здесь не выкрутится, друзья, никак. Даже если бы я очень сильно захотел, у меня бы не получилось. Он еще и траванул, а? Ты посмотри на него. То есть я всего лишь одного дракона подбил. Как я терпеть не могу, когда в команде ветрокрыл, а? Давай посмотрим, что у нас тут... Ой, ёк-макарёк. Ну, с нее, пожалуй, и начнем, да? Потому что она у нас шустрая. Ее двойные эти плевки нам как бы не нужны. Смотри, понизили защиту. Ну, наверное, будем вот так все-таки делать. Тройной удар, мы прекрасно знаем, чем это грозит. Массовая атака у него очень мощная. Неужели Барсика запинает, а? Ну да, ужасное чудовище сейчас его схрумкает. Но в принципе тут ничего страшного, потому что с ним, с одним мы справимся. Причем, тебе скажу, даже легко. Что, фаерволы будет пускать? А, у него пламя. Так, и вот так. Вот и все. Ну ничего себе, два громыля. Это нечестно, они тем более два этих фаерболчика. Они же будут фаерболами в нас сейчас бомбашить. Да они и так, в принципе, не кисло бомбят. Эй, ну, как всегда, как обычно, ведь ничему не удивляюсь. Барсик у нас, бедолашка, попадает на растерзание, сейчас фаерболом его уничтожили. Давай сюда, наверное, бомбить. Сейчас еще фаербол, да, прилетит? Или этот у нас просто кусается? Что-то я думал, что он фаерболами бомбит. Вот это сейчас сделает массовую атаку. Как же он бомбит, а? Мощно. Просто мощно. Добьет, к сожалению, он мне. Штормореза. И вот теперь...
Моя главная задача — уничтожить быстрее вот этого вот громили. Уснули. Давай, трать фаербол, отлично. Мы опять его куснули. Влупит? Конечно, влупит. Но он денется. Слепота. Ну, добьем. Отлично. Ну что, надеюсь, у нас это последний поединок. В принципе, пахнет чем-то простеньким. Если приглядеться, да? Потому что уже минус один. Это у нас фаербольщик. Его надо, кстати, тоже нахлобучить. Ну, а лаварык, по большому счету, меня не особо пугает. Меня больше вот это вот беспокоит. Так, он сейчас опять полыхнет. И бьет именно в барсика, целенаправленно. Так, залечим, наверное, раны наши. Ну, я тебе скажу, что все. Тут уже побед за нами. Сейчас я нахлобучу этого охламона. Давай вот так сделаем. Понижение ему брони. Сейчас будет щиты ставить, да? Ну, естественно, сразу же побежал щит себе ставить. Ну, ты прекрасно знаешь, что это ему не поможет. Все, просто стал атаковать. А вот она и победа. Ну, как ты понимаешь, у нас выпал обычный пак и, соответственно, пак вождя. Древоруб, лаварык, громорог, экзотический шепот смерти и кривоклык. Да ладно, еще и ветрокрыл чемпион нам выпал. Шикарненько. Очень шикарно. Ну, вроде бы и все, друзья мои. Так, у нас 517... древесины 517. Что я могу сделать за... Да ничего пока. Куда-то кого-то отправлять, как ты понимаешь, нет смысла, не хватает. Хотя, если купить... А я смогу купить? Подожди, я не то. Мне нужен пак. Пак с древесиной, получается. Нету такого. К сожалению, пака с древесиной у нас нету. А кто-нибудь за рыбу? Так, ты, кстати, прокачивайся давай. Ты что там шоркаешься? Лети, добывай. Так, болельщик сардельки. 60. А сколько у нас вообще уже накопилось этих... Янтаря, давай-ка посмотрим. Так, ребят, янтаря у меня 94 штуки. Блин, изваяние общего сбора 8500, вот это было бы, конечно, круто. Изваяние дрессировщика титанов. Укротитель драконов. Изваяние смутьян. Тут, конечно, уже дорогие пошли. Увеличивает, так, увеличивает усиливающий эффект легендарного дракона еще на 10%. Характеристики при обороне олуха повышается на 30%. Увеличивает усиливающий эффект. Так, еще на 10% увеличение снижается на 30%. Да, изваяний у нас, к сожалению, пока ни одного нету. А хотелось бы их получить. Ну что, друзья мои, на этой ноте я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.